Господи Иисусе, Шока. Да я заплатил 12,95 за этот фильм. Я теперь не узнаю, чем там кончилось. Не трогай меня, Эд. Шока, только не лезь на меня, как Кинг-Конг, ладно? Хочешь побыть один, так и скажи. Если вдруг понадоблюсь, тогда постучись в домино. Пойду закончу киносеанс в жизни. Заткнись! А сейчас, малыш, я надеру тебе задницу, а потом пойду в соседнюю комнату и отвлеку твою долбанную подушку. Ну давай! Минуточку. Давай! Одну минуту. Заткнись, скотина. Что ты делаешь? Заткни свой поганый рот! Ты что делаешь? Из-за чего? Ну давай, жми на курок, твою мать. И нажму, вот увидишь. Я знаю, для такого ублюдка, как ты, это расплюнуть. А, да. Не сомневайся, рука не трогнет. Думаешь, я не замечаю, что происходит? А? Я хочу тебе кое-что сказать. Вот видишь? Это был не тюремный бунт. Я сам себе отстрелил этот палец, чтобы приглушить боль. Мы лишаемся за женщин последних сил. Эти тёлки просто ненормальные. Они знают, как зацепить нас. Отлично знают. А эта девчонка, она тебя зацепила.